С 8 по 26 января сотрудниками ГАИ проводится комплекс предупредительно-профилактических мероприятий по своевременному выявлению и пресечению нарушений владельцами транспортных средств правил проезда пешеходных переходов. Анализ аварийности в первом полугодии последних 3 лет показал, наибольшее количество ДТП отмечается именно в январе месяце. Безусловно, автомобилистам стоит быть более внимательными и осторожными, учитывать погодные условия при движении и строго соблюдать установленные правила. За 2013 год из 14 погибших дорожно-транспортных происшествий 9 пешеходов. Причем основная масса данных пешеходов травмирована на нерегулируемых пешеходных переходах. Ну, как правило, если пешеход сбит на нерегулируемом пешеходном переходе, усматривается вина водителя. Продолжаются наезды и в этом году, уже с начала года, только на территории Брестской области зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых один погиб и 10 получили ранения различной степени тяжести. Однако не стоит снимать с себя ответственности пешеходам. Переходы через проезжую часть – это не прогулочные территории, а зоны повышенной опасности. И прежде чем бежать по зебре, не посмотрев по сторонам, стоит подумать о том, какому риску вы подвергаете себя и окружающих. Многие пешие участники дорожного движения забывают о том, что помимо прав у них есть обязанности. И прежде чем выйти, в том числе и на пешеходный переход, они должны убедиться в безопасности совершаемого своего маневра. То есть они должны убедиться в том, что транспортные средства пропускают, остановились, после чего переходить проезжую часть. Дорога – это не место столкновения интересов пешеходов и автомобилистов. Уверенность в собственной правоте или безнаказанности может привести к непоправимым последствиям. А потому взаимовежливость и ответственность должны быть обязательными качествами для всех участников дорожного движения.